С вами Василиса Воробец и немного фактов из мировых чартов и не только. Неожиданно The Weeknd заявил, что больше не собирается делать фиты с другими исполнителями. Исключение он готов сделать только для группы Daft Punk, но, к сожалению, они давно распались. Билли Айлиш впервые радует своих поклонников бриллиантовой сертификацией за хит «Bad Guy». Ее песня разошлась тиражом более 10 миллионов копий, став настоящим триумфом в ее карьере. Этот невероятный хит занимал первые строчки Billboard Hot 100 в течение 49 недель. Песня «Bad Guy» принесла ей две престижные премии Грэмми в номинациях «Песня года» и «Запись года». Это исторический момент, ведь Билли стала вторым артистом в истории Грэмми, получившим все четыре главные награды одновременно. Дрейк стал первым артистом, заработавшим более 5 миллионов долларов с одного концерта в США. Этот уникальный момент произошел благодаря двум шоу на арене Capital One в Вашингтоне, которые посетили более 34 тысяч человек. Каждое выступление приносило ему свыше 5 миллионов долларов, а средняя цена билета составила 293 доллара. Не забудем, что его совместный тур с 21 Savage в поддержку альбома Her Loss может превзойти рекорд Кендрика Ламара и стать самым успешным хип-хоп-туром в истории. Новый рекорд от Трэвиса Скотта. Его альбом «Утопия» стал самой продаваемой виниловой пластинкой среди рэп-альбомов за первую неделю. Тираж 55 тысяч экземпляров помог ему возглавить чарт Billboard 200 почти с полумиллионом проданных копий всего за 7 дней, включая физические, цифровые копии и стриминг. Тейлор Свифт анонсировала перезаписанный альбом 1989-2014 года выпуска. На завершающем концерте тура Eras в Инглвуде она поделилась этой радостной новостью. Обложка альбома 1989 Taylor's Version уже засияла на экране. Ходят слухи, что на перезаписи альбома Taylor Swift 1989, который выйдет 27 октября, появится Ники Минаж. Стоит отметить, что Ники перенесла дату своего альбома из-за крупной коллаборации с 20 октября на 17 ноября. Hits Daily Double сообщает, что Taylor Swift заработала 23 миллиарда прослушиваний за 2023 год на разных стриминговых платформах. Анна Плетнева присоединяется к Максим как единственной исполнительнице, дебютировавшей в позапрошлом десятилетии, которой удалось возглавить VK Music, Яндекс.Музыка и Apple Music. Ремикс «Винтаж. Плохая девочка» достиг лидерства в вышеупомянутых платформах. Интересный факт. «Серебро» по сей день является самой прослушиваемой российской женской группой на площадке Яндекс.Музыка. Даже с учетом того, что проект не существует уже более 3 лет, он набирает более 1 миллиона 800 тысяч ежемесячных прослушиваний на протяжении последнего полугода. Зиверт закончила работу над новым альбомом «В мире веселых». Напомню, что релиз пластинки запланирован на сентябрь, и Юлия уверяет, что это будет совершенно другая Зиверт, не та, которую мы знаем. Хит-сингл Анны Асти «Царица» преодолел порог в 1 миллион прослушиваний на Spotify. Для достижения такого результата песне понадобилось меньше месяца. Стоит отметить, что теперь каждая песня в дискографии поп-дивы имеет такую отметку на вышеупомянутой платформе. Дуа Липа, Оливия Родриго и Билли Айлиш – единственные исполнительницы в истории, у которых есть альбом, который преодолел порог в 10 миллиардов прослушиваний на Spotify. После всех скандалов трек Offset'а и Cardi B Jealousy смог дебютировать с 55-й строчки Billboard Hot 100. Стоит отметить, что у трека уже есть сделка с радиостанциями, как это было с ремиксом на трек Latta – Put It On The Floor Again. После своего участия в песне Трэвиса Скотта «Del Resto» в копилке Бейонсе теперь 100 песен, которым удалось войти в чарт Billboard Hot 100. Бейонсе присоединяется к Тейлор Свифт и Ники Минаж как единственные артистки с таким показателем в чарте. Шакира обошла Тейлор Свифт, и теперь ее канал на YouTube является самым просматриваемым за всю историю существования платформы среди артисток – более 26 миллиардов просмотров. Майли Сайрус становится первой артисткой в истории Бразилии, 6 синглов которой получили бриллиантовую сертификацию. На просторах интернета стал активно набирать обороты слух, что Лана Дель Рей появится на перезаписи культового альбома Taylor Swift 1989. Является ли данная информация правдой или нет, узнаем совсем скоро, ведь до выпуска легендарных шлягеров Taylor Swift осталось чуть более 2 месяцев. Одноименный альбом «Бейонсе» преодолел порог в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify. Это второй альбом визуальной королевы, который достиг данного результата. Номер 1 в Еврохит ТОП 40 на этой неделе – Dua Lipa – Dance the Night. Среди 5 лучших треков также оказались 30 Seconds to Mars – Stuck.
Диджи Белит, All Eyes on Me, Purple Disco Machine и Can Substitution, Jack Jones и Callum Scott Whistle. Что белорусы слушали этим летом? Топ-5 самых популярных треков. Стриминговый сервис MTS Music составил рейтинг самых популярных песен этого лета у белорусов. Некоторые из них навеяны кинопремьерами. Так, на 10-м месте расположился трек «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Вероятно, это связано с премьерой одноименного сериала на Кинопоиске, первая серия которого вышла в начале марта. Итак, рейтинг из 5 самых популярных треков по стране выглядит так. «Где прошла ты» – Гео Пика и Кравц, «Удали» – Рамиль и Баста, «Асфальт 8» – Макан, «По барам» – Анна Асти, «За деньги да» – Инстасамка. Казалось бы, Беларусь – небольшая страна, но музыкальные предпочтения жителей все же сильно зависят от региона проживания. Так, в Минской области, как и в целом по стране, лидером оказалась песня «Wonderful Life» британской группы Black. На Гомельщине первое место по популярности занял трек «Again» воронежского битмейкера, а в Витебске чаще всего слушали сингл британской рок-группы «Dire Straits» «Sultans of Swing». Брест уже по вкусу хип-хоп, там на репите звучала песня «Зеркало» от Кизару. Могилев поддержал трек из предыдущего рейтинга «Где прошла ты» от дуэта Гео Пика и Кравц. А теперь итоги мировых чартов. На этой неделе лидер чарта Billboard Artist 100 Трэвис Скотт. Лидером Billboard Hot 100 на этой неделе стал трек Last Night Morgan Wallen. На первой строчке чарта Spotify Global 7 Jungkook и Latta. В Беларуси iTunes Top Songs лидер We Rainy Days. В чарте Яндекс.Музыка лидирующую строчку занимает царица Анна Асти. Лидер Шазам у минчан на этой неделе на-на-на Peggy Go. На сегодня это все новости. С вами была Василиса Воробец. Увидимся на следующей неделе.